Короче, пробирался я по такому безумному лесу, вообще весь ободрался, руки непонятно на что похожи. Вот. Так чуть-чуть очистился, наткнулся на бетонные плиты. А потом смотрю, вышечка тут, короче, стоит. Такая антенна, что ли. Может, гробоотвод. Непонятно. Вот. И смотрю, здание стоит. Причем дорожка такая плитами уложенная. Заросли, конечно, все эти плиты. Явно, что здесь никто не ездит. Здесь вот вообще вот какие-то тропинки есть. То ли собачьи, то ли еще чьи-то. Вот. И вот такое вот непонятное зданица стоит. Почему там фонарик уличного освещения стоит? Вот. Сейчас попробуем внутрь пройти и посмотреть, что да как. Не знаю, как у меня это получится, потому что, судя по всему, он весь заколоченный. А нет, вот дверь тут есть какая-то. Сейчас попробуем. А, так это кинозал был. Это был кинотеатр, ребят. Потому что, обратите внимание, здесь стоят две установки. Точнее, многие от них остались, которые показывали фильмы. А фильмы показывали вот на ту стену. Как туда пройти, не знаю. Но мы сейчас попробуем. Обалдеть можно. Кинотеатр в лесу. О. Сама из себя комнатка ничего не представляет. Маленькая. Заколочено все. Внизу какие-то пластиковые заглушечки валяются. Это, скорее всего, от мебели. Тут, походу, сцена какая-то была. Тарелки там лежат. Диванчик. Так, я на время выключусь, пока я тут пробираюсь. С другой стороны здание выглядит вот так вот. То есть это противоположное той, где мы были. Сейчас мы попробуем пройти внутрь и посмотреть, что там происходит. В общем, здесь идет длинная-длинная аллея. Она тоже асфальтированная. Ничего себе, парадный вход с двумя лестницами, под лестницами. Подвал, что ли? Непонятно что. Неохота фонарик доставать. Итак, пойдем налево. Полы, соответственно, все вообще разбиты. Такие помещения, которые красились по несколько раз. Вот в данный момент вижу раз, два, три. Три цвета вижу. Здесь вот тоже краска просто сама по себе отваливается. О, это была библиотека. Ё-моё, блин. И вот опять же. Не чтобы эти книги попали куда-то в библиотеку. Нет. Они вот так вот просто лежат ровным-ровным слоем. Ой, блин, это какой-то ужас. Вот она, наша страна. О.
Что вот за книжка? Можно ли стать Робинзоном? Ну? Можно. Надо только остров найти. Мир человека. Вот так вот. Все похерено. Все разбито. Здесь вот полы вообще провалились. Вот такая комнатушечка маленькая. Батареи все срезаны. Это, походу, туалет был. Ну да. Это был туалет. А вот он, этот зал. Огромный большой зал. Даже может быть дом культуры. Вот отсюда, может быть, зрители выходили. Здесь вот еще рисунки остались. Дед с бабкой. Джин. Этот. Вранглер, который на ядре летал. Братья Черномор в речку уходят. Это детское какое-то заведение было, точно. Вот тоже Алеша Попович, Соловей-разбойник. Да, и здесь тоже комнатка. Скорее всего, актеры здесь сидели. Ну да. Тоже не могу вспомнить сказку. О, здесь кусочек Карлсона остался. Все пленкой затянуто. О, здесь лев. Со свиньей. Забыл, как называется. Здесь крокодил какой-то. Часть не видно. Паучок, походу царь, что ли, или повар, непонятно. Да. Ну, точно, отсюда фильмы и показывали. Здесь вот змея, наверное, Маугли. О, пятачок. Ха, гаечка. Вжик. Метла тут какая-то, может, Баба-Яга была. Маугли, скорее всего. Да, хорошее заведение. Это про уток. Что-то про уток. Рояль тут разбитый. Еще много чего. Опасно тут ходить. Можно улететь. Может быть, гардеробы были. О, чуть не ушел. Чуть не ушел. Попробуем подняться на второй этаж. Да, штукатурка сверху падает.
конкретно. Перилы, соответственно, все срезаны. Парадный вход был, парадный. Типа было закрыто. Тоже книжки валяются. За холмами Гренады. Ну, короче, на втором этаже то же самое, что на первом. Точно такие же. Поэтому нет смысла ходить дальше. Все предельно ясно. Может быть, клуб был, может быть, еще что-то. Но тут есть чердак. А как на этот чердак попасть? Это я даже не знаю. О, дверь точно так же лежит, как там внизу. О, я же говорю, что это раздевалка была. Походу, люди подходили. И что-то тут делали. Вон машинка там приклеена. Здесь тоже какие-то мультики были нарисованы. Ничего не осталось. Это один туалет. Даже не хочу туда заходить. Это второй туалет. В принципе, здесь больше смотреть не на что. Но! Что он вообще делает в дремучем лесу? И что это такое было? Очень любопытно, очень. Так, ладно, на этом останавливаем.